Очень приятно вас поприветствовать в этих стенах. Они у нас, как говорят, в Киеве намолены. Это один из лучших музеев, одна из лучших галерей Киева. Скажите, а вот что вас привело сюда из Белоруссии? Наверное, то, что Киев очень духовный, энергетика, это я чувствую. Это первое. Второе, мне хотелось уже как-то выставки свои в России. Много у меня было, немножко сюда, в Европе. И, конечно, тот очень факт, то, что я родилась на границе Беларуси с Украиной, с Москва-Полесья. Это 40 километров после Украины, и то есть, Украина для меня, наверное, по рождению ближе всех стран, то есть, если соседничать с Беларусью. Вот. Мне нравится Украина. А как вы себя чувствуете в этих декорациях? Вы же знаете, что это место духовное, тут реально рождались в свое время шедевры архитектуры, зодчества, скульптуры. Вот ваши, насколько работы сюда вписались, как вы это чувствуете, чисто по-человечески? Я когда пришла сюда, вошла, это было, может быть, когда планировала выставку в ноябре, где ее сделать. Это, может, или третья, или четвертая галерея, в которую я зашла. И вот я зашла, и вот как-то так сразу так замерла слегка, и я поняла, что это, наверное, да, здесь я бы хотела, наверное, сделать. И вот и Александр Юнин туда, как раз он был, когда было открытие выставки, мы пообщались, и он меня пригласил выставиться, уточнил, что как делаю выставку, что я люблю очень с поэзией, делаю связи персональные. И вот условие, конечно, было то, что к моим поэтам белорусским, Мицкевичу, Богдановичу, добавляется Шевченко. И, конечно же, пишутся вот работы по Шевченко. А что вы вообще, вот если подвести черту в нашем коротком интервью, хотели бы сказать этими своими картинами? Наверное, чтобы сам человек не забывал, что есть не только материальный мир, вот этот вот земной, а еще есть мир, который, может быть, мы где-то забываем, или слабо чувствуем, мир духовный, мир души, вот, мир творчества, мир творчества самое прекрасное, пускай оно не самое главное, может быть, именно, скажем так, живя здесь, да, на этой данной земле, но оно очень самое прекрасное, и то, что нас, наверное, гармонирует, и гармония – это и есть счастье, то есть делает нас счастливым, мы можем отвлечься от всего, погрузиться. Просто хотелось выставиться, конечно, в Украине мне. Я мечтаю дальше в Европе выставляться, но мне хотелось бы вот этот вот поэтапно сделать, и вот Украина у меня как такой вот переходный шаг, скажем так. Я искренне вас поздравляю с такой прекрасной выставкой. И от имени почитателей творчества вашего, и в том числе нашего белорусско-украинского единства славянского, могу сказать, что эти работы заслуживают того, чтобы Украина стала трамплином для вашего прыжка в Европу. Поэтому желаем вам успеха, процветания. И, может, два слова на белорусском языке. Пригласите украинских почитателей искусства на белорусском языке на вашу выставку. Шановные сябры, я вас... Вельми буду рада бачить на своей першей в Украине персональной выставы. Буду вельми вам удячна за приход до музею. Вельми вас чакаю. Спасибо вам.